Итак, мои девочки-красавицы, я вас приветствую. Меня зовут Нателла. Сегодня будет небольшое видео, наверное, по многочисленным просьбам моих новых подписчиков. Нателла, покажите, не затягивайте. Что я хочу вам сказать, значит, девочки, смотрите, я не косметолог, да, не реабилитолог. Я просто обыкновенная женщина, которая ведет свой YouTube-канал. Я хочу поделиться своим способом восстановить красивый взгляд, восстановить, да, вот эти вот зуморшки именно от усталости, не выспалась, устала. Мой идеальный способ. Я очень много смотрю видео по этому поводу, учусь, особенно у Валерии, да, наша украинская косметолог, автор книг многочисленных по женской красоте, также волонтер. И вот я уже практикую, как говорится, не первый месяц, и кто меня смотрит, может это наблюдать. Я сейчас устала, у меня покраснение, да, глаза красные, но с этим я борюсь очень просто. Я сейчас закапаю глаза, все девочки, еще раз, кто новенький, кто только вот зашел, смотрите, я капаю глаза вот этими вот каплями, значит, эффект слезы. Глаза будут беленькие, белок будет белый, и вот-вот вы заплачете, вот такой вот эффект. Глаза блестят просто изумительно. Раз, два, закапала. Заказывайте эти капли через интернет, потому что в сети их нет. Они сейчас, кстати, появились, сейчас, девочки. Они сейчас появились, был дефицит, сейчас стало поспокойнее у нас в стране. И появились вот эти вот, да, японские капли. Людочки первый раз привезли из Франции, с гастролей. Ее друг, балетмейстер, ездил и привез. Нам понравилось. Мы уже и дарим даже как подарки на день рождения нашим подругам, да. В общем, рекомендую. Так, что я хочу сказать. Мы сейчас будем восстанавливать взгляд. У кого, значит, малярные вот эти вот мешочки, припухлости, темные круги под глазами. Сейчас капли проработаются немножко. Что я хочу сказать? Всевозможные примочки я делала, всевозможные маски. Это хорошо. Смотрите, ну, глаза сейчас они пройдут. Так как я снимаю видео, просто нет времени. Немножко вот я под веки нанесу немного крема. Я прям вот так вот накладываю. Пока буду делать определенные манипуляции. Вот так, слегка, немножко. Под глаза, да, обязательно. Я вам сейчас покажу упражнение для того, чтобы убралась вот эта вот припухлость. У меня с этим проблема, и у большинства из нас это огромная проблема, я должна вам сказать. У меня усталость, у меня недосып, немножко такая нагрузка на организм пошла. Ну и началось же солнце, да, значит. Веки я свои защитила. Регенерирующий крем у меня с Мертвого моря. Любой крем, какой у вас есть, нет проблем, каким вы пользуетесь. Все вы знаете, что в нашем возрасте, в таком хорошем, классном, молодом, да, девчонки, нам необходимо бесконечно увлажнять нашу кожу. Бесконечно. Вот, даже советуют, как косметологи, вот, есть свободная минута, а под рукой нет крема. Просто пшикнула водичкой, даже мицелляркой пшикнула, освежила свое лицо. Это что, девочки? Это даже не борьба со старостью, не борьба с морщинами. Это увлажнение нашего лица придает нашей коже свежесть, эластичность. Надеюсь, меня нормально слышно. Так, итак, девочки, чтобы убрать вот эти вот припухлости, у меня они сейчас есть от усталости. Так, берем ручками и 10 раз по часовой стрелке. Ну, хотите, считайте, хотите, не считайте. Так, и против. И прям хорошо вот так, хорошо. На камеру вам кажется, что я растягиваю кожу. Это не так. Вот точки, вот. Вот впадинка, вот точка, косточка, раз, косточка, два. Вот, пошла. Пошла. 10 раз достаточно. В одну сторону, по часовой и против.
против часовой. И хорошо надавливаем. Хорошо надавливаем. Так, потом обязательно гусиные лапки прорабатываем. Как всегда, мы масками, всевозможными кремами тоже увлажняем. Берем пальчики, как будто бы у нас болит голова, да, болит голова. И вот, обязательно. И когда будем по часовой стрелке, немножко вверх, вот так, вверх, вот. Вот, вверх, вверх, вверх. По часовой, 10 раз вверх. Потом против часовой. Вот так, аккуратно, аккуратно. Против часовой, по часовой. И так 10 раз. Сделали это упражнение. Это для быстрого эффекта, потому что вы хотите, чтобы муж пришел домой, а вы были в порядке. А не раскиданная, да, вся. Вот сейчас такой прилив, прям прилив. Потом обратите внимание, после вот этого упражнения эффект моментальный. Девочки, припухлости уходят. Так, у кого темные круги? Тоже недосып, усталость. Или вот у кого-то такая расположенность. Знаете, как есть женщина понервничает. Красивая идет женщина, прекрасная. Только не понервничала. Опа, и круги. Девочки, с этим тоже возможно бороться. Что мы делаем? Мы разрезаем вот такую вот, да, наш спонжик. Делаем патчи под глаза. Все просто в домашних условиях, девочки. Самое что интересно, оно работает. Понимаете? Надо за собой все равно ухаживать. Суп не убежит, не доварила суп, выключила суп и давай ухаживай за собой. Но, так как я снимаю видео, я не буду ложиться. Девочки, все надо делать, когда вы сделали. Надо все полежать. 15 минут дать себе найти это время. Значит, что у меня здесь? У меня здесь 2 чайные ложки воды. Тупо 2 простой воды с-под крана. И ампула алоэ, да? В народе говорят столетник, если у вас столетник, ложку чайную нашкребли. Если нет, девочки, в аптеке доступная цена ампула алоэ. 2 чайные ложки воды. И совсем маленькая граммолечка цитруса, лимона. Чуть-чуть. Даже у кого аллергия, не бойтесь. Вот так, пшик, немножко выдавила, все. И все. Лимон нам придает блеск, да, коже. Будет блестеть. Алоэ, девочки, вы же понимаете, что такое столетник? Во-первых, все подтянет, пропитает. Так вот, намачиваем. Так, сейчас я намочила, сейчас, девочки. Ампула алоэ. Разбавляем 2 чайные ложки воды и капельку цитруса. Девочки, альтернатива патчам просто бесподобная. Вы даже не представляете, какой потрясающий эффект имеет вот это вот дело. Я не буду вам говорить о пользе алоэ, да, потому что очень много мне пишут противоречивых действий, про касторку, что ли. Ну, понимаете, бред, что от касторки волосы на лице растут. От касторового масла это самое безвредное масло для кожи человека. Так же само вот лимон и алоэ. Вообще безвредно. Напоминаю, даже у кого есть аллергия на цитрусовые, не, капельку совершенно. Поверьте, свое дело сделает. 15 минут полежать. Все, выключила, меня не трогать. Время. Цигель-цигель, аллюлю. Необходимо привести себя в порядок, потому что все. Ну, все, устала, не доспала. Ребенок понервничала. Круги надо убрать. Так даже тупо для себя. Ну, что это, видишь, смотришь на себя в зеркало, думаешь, ну чего ты такая уставшая? Вроде бы и спала, и ничего не делала. Вообще, какой-то херней занималась. А проснулась, ну, страшнее. Вы знаете чего? Такая есть поговорка, да? Но мы об этом говорить не будем, потому что мы, женщины, заслуживаем только внимания к себе, красоты, здоровья. И если, как говорится, мы не идем в косметический кабинет, мы сами себе сделаем в домашних условиях, наведем красоту. По поводу этих патчей, девочки, можно делать через день только. Каждый день нельзя. Ой, извините, пожалуйста, сообщение.
только через день. Желательно повторить 12-15 сеансов. Вообще любые маски, вот я, у меня есть плейлист с масками, с крахмалом, с касторкой, с солью, с лавровым листом, всевозможные маски, всегда надо проходить курс. У меня есть мои любимые маски, потому что я не могу то, что я снимаю, все для себя сразу мазать. Я вот, понимаете, люди тоже смотрят, что им подходит, что не подходит. И они тоже делают, и, кстати, пишут мне о результатах. Еще раз говорю, я вдохновляюсь Валерией, потому что я терминами, как Валерия, не владею. Но я владею опытом, тем, что вот женщина, да, 53 лет, как может себя привести в порядок, потому что усталость и всевозможные, девочки, все вы понимаете. Все, 15 минут полежала, сделала массажик, да, по часовой, против часовой, виски обязательно, да, захотела, лобик проработала. Вот лежишь, лежишь, и пошла работать, пошла. Когда мы здесь прорабатываем, вот так вот, хорошо, по часовой стрелке, девочки, у нас поднимается верхнее веко. Оно не то, что поднимается, особенно у тех, кто, у кого предрасположенность нависшего века, немножко приподнимется. А у кого нет этой предрасположенности, а у вас открытый, да, взгляд, и у вас никогда не было, а от усталости моментально открываются ваши глаза. Моментально этот мешок уходит. Мы гоняем лимфу, да. Здесь у нас аминокислоты, алоэ богато получает. Вот, 15-20 минут мы лежим. И я пока болтаю с вами. Ой, голова разболелась, боже мой. Погода, дождь сейчас будет. Такая туча, а я побелила дом, покрасила дом, представляете? Ну, как всегда, мне бабушка так всегда, как она мне говорила. И я вам по себе тоже заметила, как вот сейчас уже такое как-то это прошло, потому что сейчас машина стирает. А раньше какие были машинки? Простые, без центрофуги. Только вывесишь белье на улицу, и дождик пойдет. Так вот и я покрасила дом. Ну, это я так отошла от темы. Отошла от темы. Так, по поводу тейпов я накладываю раз в 5 дней. Сегодня тоже буду накладывать только на ночь. Все, девочки, вам понятно? Берем ампулу алоэ. Разбавляем 2 ложечками воды, капельку цитруса и делаем патчи. Девочки, работает шикарно, просто шикарно. Кто смотрит меня, меня могут видеть в разных обличьях, и уставшую, красивую, некрасивую. И когда я уж слишком хороша, то сразу понятно, что Нателка сделала с собой какую-то манипуляцию. И как только я что-то с собой делаю, я сразу выкладываю и показываю вам. Вот так, мои хорошие. Не знаю, если по времени успею, покажу себя уже. Наверное, покажу себя в нормальном виде, потому что зрители приходят и задают потом очень таких глупеньких вопросиков. Так, девочки, я готова. Я уже нарядилась. Как всегда, мы летом, да, волосы не досушиваем. Немножко влажно оставляем. Так, я сейчас переверну камеру. Надо же себя во всей красе показать. А как же ж? Обратите внимание, да, вот. Много вопросов потом. Да, мамочка, что? Я сама рассаду не накрыла. Я пробовала. Сейчас я иду, мам, сейчас. Идем, я иду, я сама рассаду. Дождь собирается. Да, девочки, работаем. А что, ничего не поделаешь. В общем, я заканчиваю это видео. И хочу вам сказать, девчонки, смотрите. Я себе уделила буквально полчаса, да, я поработала сегодня, я уставшая очень сильно, лицо мне мое не понравилось, я пошла, приняла душ, в основном смывала в себя эту краску, и все-таки привела я в порядок свои глаза. Я специально не накладывала косметику, чтобы вы посмотрели, какое у меня розовое, красивое, свежее лицо, я утверждаю, и это не благодаря там мне, а благодаря моим усилиям, которые только что сделала, да, закапала глазки, промассажировала точечно, да, виски, вот эти вот, вот гемалярные мешочки,
Вот, проработала лоб. Никаких фильтров я не включала. В общем, мои хорошие, подписывайтесь на мой канал. Еще раз говорю, я не косметолог, а вот все те способы, которые подручные средства, я их использую. Все честно, откровенно. В общем, девочки, смотрите, нам никто не смеет запретить хорошо выглядеть, быть в хорошем настроении и, ну, чтоб сказали, хороша чертовка. Всем мира, все добра. Я пойду рассаду накрывать. Все, пока, мои хорошие. Всем моим постоянным зрителям, которые смотрят мой канал, от мамочки привет. Девочки, помидоры, у меня ж такая рассада уже. Пока.